Привет всем! Вы на канале Beer и Game, а мы продолжаем проходить игру Clive Barker или Cliff Baker, как я его еще называю. Да, мы, по-моему, взяли ключ. Проклятый, да. В общем, у нас здесь что-то такое. Смотри, какие у нас тут злодеи, да. Ой, страшилка. Ой, тут бабушку не убей, вижу. Теперь нам надо ключ найти. Мы один ключ взяли уже, а что-то да, там куда-то открыли. Нам надо пройти. Страшный такой. Что такое? Что там открылось? Смотри, круто, скоро жаб. Жабы будут бегать. Мы туда же и вернулись. А где там двери сейчас щелкали? Ух ты, я испугался, блин. Вот, ухожу. Кто двери открывал. Ходили там, сами по себе открывали двери. Книга? Новая запись в дневнике. Ох, сейчас начитаемся с вами, начитаемся. Иеремия, я должен предупредить тебя насчет Беттани. С тех пор, как ты ушел на фронт, она одержима изучением отцовских книг. День ото дня она становится все более подозрительной и скрытной. Она либо запирается в своей оранжерее, либо уезжает кататься верхом. А к тому же она ведет обширную переписку. Боюсь, что наши семейные дела скоро станут известны всему свету. Полагаю, незачем привлекать излишнее внимание к нашему роду. Ты знаешь, что она последняя, кого бы мы хотели видеть у камней. Как ты мог нас бросить? Я чувствую, как за могильный холод проклятие тянется к нам скрюченными пальцами. Но не надейся сбежать, ты вернешься. Черт возьми, брат, ты втянул нас... В это нас всех испраздновал труса. Ты слышишь голоса, Иеремия? Они найдут тебя, хоть на краю света. Я ведь тоже пытался, бесполезно. Хоть азиатские притоны, хоть немецкие. Я уже понял, они внутри нас. Скоро ты перешагнешь грань, Иеремия. Совсем скоро. Аарон. В общем, у нас, как вы все помните... Было какое-то проклятие на... Закрыто. На том самом вот Иеремии, да? Угу. Который у нас... Заперто. Который у нас был владельцем этого замечательного старинного ну, дома. Был? Он еще есть? Да, он вроде как еще есть. Ох, смотри, жрут кого-то. Скотина, сожрал кого-то. Смотри, женщину сожрал. Заперто. Вот мы сейчас сходим, посмотрим, кого он там сожрал. Вот гадюк, это уже... Сожрал, гад. Ага, убил. Ой, что это было? Закрыто, идем сюда. Тихо. Ой, туда не хочется идти. Да. Ну надо идти. Блин, что у него за замок? Ты такой закрыл, что ли? Да? Странно. Как-то странно. Давайте-ка запишемся на всякий случай. Потому что мы не знаем, что нас там ждет. Эх, вот так вот. В какую-то комнату попали, да? Я сразу все проверяю нашими воспоминаниями. Кто-то смеялся сейчас. Это детская, да? Видимо. Очень большая детская. Детская какая-то, да. Сегодня Лизбет укусила меня, не понимая, что на нее нашло в последнее время. Она ведь всегда была такой милой и воспитанной девочкой. Она укусила меня и облизнула губы. Пожалуй, отсюда нужно увольняться. Хотела Мэри... свежачка, захотела мясо. Прислугу, что ли, укусила она? Угу. Лизбет. О, птичку хорошо. Спрятали. Тут какая-то лошадка деревянная. Стоит, да, какие-то комодики. Это, очевидно, какая-то большая детская. Куда пойдем? Сюда пойдем. Пошли. Ух ты, да что они так пугают? Блин, Адольф! Тихо. Три пули на него потратила. Мудак. Синий. А он еще выл, ты слышал, да? Да. Ну что-то, все, я тебя сожру. Сожру. Пойдем. Вот кто орет постоянно.
Давай туда, где посветлее. Какие-то статуи стоят у нас здесь красивые. Памятники. О, когда орёт, он меня тоже пугает. Я думаю, там то же самое, наверное. Один и тот же, да, это один и тот же проходик. Значит, наверх. Огромный какой-то замок, огромный. Чё это там такое? Ключ лежит, что ли? Косточка какая-то. Ключ, ключ! Отлично, значит, нам надо ключ туда топать. Ключ священника. Нам аж туда надо топать. Я не понимаю, какие камни там могут быть? Но... О, смотри, какая слушай, церковь. Нам надо топать туда. Это их не собственные призамки, что ли? Да. У богатых людей так может быть. Ну, началось, Лёша. Пойдём туда дверь открывать. Туда, куда мы шли обратно. То есть, откуда пришли. Хорошо, он быстро передвигается. Да, так более-менее шагаем. Так, и загрузка следующая. Следующая локация. Ну, Лёш, ну хватит уже чихать. Уже организму, сколько... организму. Так, сохранили. Опять кого-то съели. Да это та же. Тоже упырь не сдох. Прошлась по нему. Ладно. Как хорошо, что мы этот... Ах ты, отдоль, смотри! Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты, ох ты, ох ты! Стреляй, козлов! Потемнело. Уходи, уходи отсюда, уходи. Так, быстрее давай. Уродцы, а? Сейчас на жизнь возобновить. Смотри, там еще кто-то. Ух ты! Сидят там, глядят. Патроны 33, аптечка. Так, 70 жизней. Жизни пока есть, давайте сох... Да в первую давай. Переписать. Сохранить, конечно, уверены. Если такая функция есть, ее надо почи... Тихо, тихо, тихо! Блин! Хотел кусочек откусить, смотри, у нее а? Там что-то между ног хорошее. Походу, трусы что ли какие-то? Откуда у нее трусы? А это нормально. Это просто какая-то... А да. Вот этот ненормальный какой-то. Да это непонятно, это какой-то вид сбоку, что ли. Картина какая-то перевернутая, занавески какие-то. Ух ты, какой, ой, какой же замок закрыто. Огромный. Это вот как в фильмах, знаешь, в фильмах ужасов. Так и бежит, 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 два бегут. Кто сзади? Давай, давай, дурень, ты, а, занавески, сейчас тебя убьют. Уходи, беги вперед, вперед беги. Беги давай вперед. Давай быстрее. У тебя камень есть, блин. Беги отсюда. Ух ты, уродцы-то какие, а. Идет, крутит свой револьверчик на пальчике, перекручивает, да, да так да, модный. Пока да выпендривался. Блин. Что ж их так много-то? Еще кого-то съели. Ну прям они вообще прожорливые. Всех слуг сожрали, жрануны. Блин, ничего тут такого необычного. Мало патронов. Да? Мало патронов? Конечно, мало. 12 штук осталось. 12 штук осталось. Ё-моё, всё, на них потратили. Не открывается. А можно дверь. Их не убивать, просто камнем. И убегать. Да камень, они за тобой будут толпой бегать такой. Такой табун, да. Зачем мне такой табун нужен? У них, кстати, морды-то такие страшноватые, если честно. Где патроны? Дайте на патроны. Что ви? Ви, ви, ви. Кто-то колдует? О! Товарищ Дракула. Люк, смотри. А, вот, значит, зачем нам лук, говорят. Смотри, значит, мы подходим к картине. Значит, он какой-то злодей, такой, да. Пьер Карден модный. Угу. Осторожно сейчас. Дайте патронов. О! Тут уже, смотри, идет. Какая-то плохая уже картина. Засуха, какие-то кони еле передвигаются.
Ну-ка. А тут все нормально, природа, все как бы отлично. Тут ничего. И тут ничего. Идем сюда. Закрыто. Не открывается. Я знаю, как они это звук сделали. Они просто назад включили пленку, то есть реверс сделали. Ну да. Слушай, а что? Типа другой язык. Сэкономили на переводчике. Колдуют что-то или что тут происходит такое? Блин, нам патрончика нужна, патрончика. О, патрон. Еще один дневник нашли. Ой, дневники сыграли. Еще новая запись у нас появилась. Здесь действительно скрыта великая сила. Я вижу, как она растет. А рот ковенантов тает. 10 негритят, 7, 5. Как жаль, что мне пришлось пролить кровь ковенантов еще до прибытия сюда. Какой безыскусный ход. Безыскусный ход. Но не мог же я прийти к трону короля без повода и без приглашения. Она была самым обыкновенным ничтожеством. А теперь Патрик Гэлловей, и как я не предвидел его появления. Странно, что привязанность Иеремии к этому ирландцу не угасла даже после славной ночки в Кэшеле. Я жду его. Отто Кессинджер. Кессинджер, я прям с акцентом сказала. Ой-ой-ой, что это такое? Это нет, туда я не пойду ни в какую. А надо, наверное, надо. По-любому надо. Вот это действительно надо. Да, это вот надо вообще. Надо. Ну, что тут у нас? Новая запись в дневнике. Незрима связь времен. О нем не говорят. Но ад его есть сон, и сон его есть ад. Вертится в мозгу эта пара строк. Ну что еще сказать об ней Росе? Город сна, обитель покинутых душ, небо сочащейся кровью, край, для которого не существует карт. Однажды я пытался нанести на карту его очертания, а Нейрос смеялся надо мной, постоянно меняя их. Я постерегу эту башню, пока не настанет пора запечатать вход. Отто Кессинджер. Это мы, Отто Кессинджер, да? Не знаю. А что мы здесь делаем? Это адская башенка какая-то. Пришли. Ууу, все летает. Не, интересно, тут такая атмосфера прикольная. Блин, прям. Могла вниз не упасть. Есть, есть. Жаба ты вонючая! Кто это? Да фига, осьминог на башке. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, плюется осьминог точно. Вот уроды, а. Фу. Да блин. Камень. Камень как-то не особо. Скидывай его, скидывай. Сгинул. Да? Фу. Они да, сами, обалдеть, как он. Появится где-нибудь. Пойдем отсюда, пойдем. Вон он. Топает. Скидывай его. Давай. Блин, он плюется фигней. С харчой плюется. Слюнопас. Давай. Я не понимаю, как его победить, если он... Никак, скидывать. Нам нужна вот та фигня зеленая. Что это за зеленая фигня? Целебный эликсир. Это мы топаем или он топает? Походу, что здесь надо делать? Посмотрим, как он сюда пролезет. Пролезешь, эй, ты, а? Червяк. Фиг знает кто. Червяк-осьминог. Эй, ты, слюноплюй. Так, понятно, он... Какой-то фигней плюется там зеленый. Ну что нам здесь делать? А куда идти? Надо, значит, искать. Обратно надо идти. Там что-то делать. Здесь нереально. Так, что у нас есть, кроме камня? Кроме камня уже ничего нет. И пальца нет. Пальцы есть. Давай, скидывай их, скидывай. Давай. Психопат. Не говори. Этот Дон Джоу из этого, да? И Джоу как вот. Пираты Карибского моря. А, этот.
Пираты Карибского моря, этот капитан Осьминог. Да. Дэвид Джонс. Он за нами там шастал. Пойдем куда-то в другое место. Хорошо. Может быть, он сказал, что потом, что двери запечатают. Может быть, пока нам сюда и даже и вообще, в принципе, не надо. Может, в гробик ляжем. А, смотри, сюда. Как ты так обнаружил? Я просто... Ну, падать же не надо было. Ну, ёлки. Ну, конечно. Ну, не надо было, да, я не знала. Не то, что я не знала, а случайно так получилось. Пистолет не тратим, так, добери камень сразу. Отстань от меня, иди отсюда! Эликсир! Камень, бей камень, слюноплюй! Доу Джонс! Ой, Доу Джонс. Их что, несколько здесь, не могу понять? Да их куча здесь. Да? Конечно. Ой, я думала, он тут один. Не откроется, пока не убьешь их, наверное. А, я-то думала, они тут... Они охраняют, они... Они хранилище, то есть, как сказать, они осьминоги-охранялки. Не знаю, как их назвать. А мне казалось, это все один и тот же. Нет, их куча здесь. Сгинул. Ой, да, действительно. Блин, надо уходить тебе. Ну что ты, бабка-ёшка-то, ё-моё. Туда его правильно сгинул. Давай, вали, вали. Танцор, как из Майкла Джексона, помнишь? Да, да, да. Больно вообще-то, ничего так? Ну, когда ты скинешься, ты, пальцы на голове. Ой, все, хана нам, хана. Все жизни наберутся. Где тут проход-то, ёмки мотал? Сохранись прямо здесь, что ли? Поздно, ты поздно включаешь. Где этот... О, вот, он открылся, давай. Прыгай. У-у-у! Прыгай туда. Нет, не получилось сейчас. Дубль 2. У-у-у! Так, дальше как? Как он прыгает? А, вот так прыгает. Понятно. Тихо, не спеши идти. Ну не спеши ты, ё-моё, ну что такое? Не спеши. Что мы играем, чтобы дохнуть, что ли? Здесь же легко. Ладно, всё. Я ж тебе сказал, сохранись там, что ты не сохранилась? Почему меня никто не слушает? Не откроется, пока их не скинешь. Эликсир пока не возьмешь. Да? Да. Уходи от них. Потихоньку, не спеша. Блин. Вот это да, Адольф оттуда и вылез. Давай, чуть-чуть осталось. Он нас, наверное, скинет. Вот это они убивают. Нам надо было это посмотреть обязательно. Это должно было произойти. Здесь мы закончим эту серию. Подписывайтесь к нам на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. Пока!